7 сентября – День памяти преподобномученика Моисея Кожина. Моисей Никитич Кожин, будущий преподобномученик, родился в селе Оленица Архангельской губернии в 1868 году. Еще в юные годы решил полностью посвятить свою жизнь Богу, поступает послушником в Соловецкий монастырь. Оканчивает шестиклассное Соловецкое братское училище. Проходит в обители послушания зверолова, рыбака и перевозчика через пролив между Соловецким и Анзерским островами. В апреле 1907 года пострижен в монашество в Соловецком Спасо-Преображенском мужском монастыре. Через год рукоположен в иеродиакона. В июне 1911 рукоположен в иеромонаха епископом Дмитровским Трифоном Туркестановым во время первой литургии в новопосвященном храме Рождества Христова Трифона Печенского монастыря. Судьба иеромонаха Моисея типичная для многих насельников Соловецкого монастыря в 1920-е годы. Высланный из родной обители при ее закрытии в 1923 году, он вернулся в родное село Оленицу на Терский берег Кольского полуострова и совершал там богослужение до ареста в 1931 году. 16 апреля 1931 был арестован по обвинению в взрыве колхозного собрания и контрреволюционной агитации под прикрытием религии. Вскоре осужден окружным отделом ОГПУ на 3 года заключения в исправительно-трудовой лагерь. Умер иеромонах Моисей 7 сентября 1931 года в Ленинградской больнице с диагнозом цинга и воспаление кишечника. Преподобномученик Моисей Кожин прославлен в соборе новомучеников и исповедников 20 августа 2000 года.